Я Сергей Минаев, это программа «Транслит» на канале RTVI. Мы продолжаем говорить о судьбе русского языка за рубежом. Павел Вячеславович, вот какой вопрос. Как вы полагаете, кто больше все-таки сделает, да, мы живем в реальном мире и понимаем это, государственные институты за границей или все-таки какие-то наши соотечественники, может быть, какие-то наши общественные организации? Может быть, и так, вот в советские времена, конечно, больше дело государства, а вот, например, Серебряный век, кто его проплатил? Явно не государство, а его общество само. То есть там его создали... Его проплатил наследие ахмеистов. Те люди, которые, ну, или купцы-староверы, допустим. Да? Русские сезоны Дягилева, совершенно правильно. Всегда есть кто-то, кто платит, Сереж. Просто это человек может быть, не обязательно. Мне кажется, что сейчас более важный вопрос – это вопрос, на самом деле, смыслов русской культуры, которые входят в некое противоречие с теми смыслами, которые господствуют сегодня в нашем обществе. Вот поясню. Русская культура, которая сложилась в 19-м, начале 20 века, это все-таки конкретная вещь. Она там как матрица. Там есть это не хаос. Там есть некоторые в ней общие какие-то принципы, которые мы сегодня тоже обсуждали. Там мессианизм, открытость. Угу. Так вот, герои нашего времени, сегодня, да, 21 века, они входят в некое, мне кажется, противоречие с этими смыслами. У нас получается такой когнитивный диссонанс. То есть вот эти все герои Вишневого сада, Штольцы сегодняшние, да, новые русские, которые живут по принципу, там, допустим, украл, вывез, переехал в Лондон, выучил английский язык, для этого остался там жить, они входят в противоречие с русской культурой, потому что этот человек с русской интеллигенцией, не мыслит своего будущего, но он не связан с территорией и с русским языком в том числе. Конечно. А люди-носители этого языка, такие в высоком смысле, да, русская интеллигенция, она, в принципе, влачит жалкое существование. С точки зрения этого нового русского, это лузеры, там, ботаны, которых надо там презирать, унижать, максимум дать там бросить пятак. Поэтому, так или иначе, этот когнитивный диссонанс будет присутствовать, и русская культура, она, на мой взгляд, сильнее, она не потерпит такого состояния. Смыслы эти будут меняться как снизу, так и сверху. А у вас нет боязни, что это выродится просто? Потому что, когда вы говорите «бросить пятак интеллигенции», пользуясь в вашей фразеологии, этот пятак, да, только огромный пятак, должно быть государство. У Салтыкова щедрина, да, бросали. Все равно, это проблема, это задача государства и забота государства. Если государство не хочет тут же парадокс отношений государства и интеллигенции сейчас очень простой. Мы вас кормим, мы вас поддерживаем, а вы потом против нас выходите на площадь. Да нафиг вам нужны, мы не будем вам еще платить. Еще не кормят и не поддерживают, и не все выходят на площадь. Это очень сложная ситуация. Да, это сложный механизм. В любом случае. То есть... Русская культура, она вот сродни, вот знаете, как у Юнга есть такой дух Меркурия, да. Архетип. Она живая сама по себе, она равна сама себе. И если ее загонять вот в такую в нишу, там, лузера, человека, который сидит нищий в коробке из-под телевизора и просит подаяния, рано или поздно прорвется. Может быть, в странных формах, там, в уродливых формах. Но какая-то революция все равно произойдет. Революция смысла в первую очередь. А как уж она будет двигаться в обществе, мы посмотрим. Я считаю, что у русской культуры и у русского языка гигантский потенциал, который просто ждет, на самом деле, своей реализации. Сейчас она находится под спудом. Александр Михайлович, какие есть угрозы у русского языка, на ваш взгляд? Угроза вытеснения, например, существует? Вот, ну, мы говорим о том, что мы начали с того, что есть там национализм и национальный вопрос. Он существует, да, мы должны это признать. Если с каждым годом у тебя будет увеличиваться число людей, которые говорят на другом языке, не на русском, язык будет вытесняться? Ну... Угрозы есть, я вот вижу это по своим студентам первокурсников в особенности. Мне кажется, что русскому языку просто-напросто перестали учить в школе. А что делают ваши первокурсники? Они не говорят на русском? У них, нет, они говорят на русском, конечно, потому что это язык, впитан с молоком матери. Вот, но у них совершенно разрушена некая культура лингвистическая. То есть с ними невозможно говорить о частях речи, там, о склонениях, о спряжениях. Они говорят о лицах существительных, о падежах глаголов. То есть это вещи совершенно немыслимые. Это проблема образования. Это проблема образования, да. Так вот это прямая угроза, когда человек не может по поводу своего языка рефлексировать, пользуясь им как инстинктивно, так сказать. То это одна из прямых угроз существования русского языка. Я считаю, я всегда это говорил и буду говорить, что это все связано, конечно же, с введением ЕГЭ. Это просто преступление, я считаю. И своих студентов я иначе не называю, как жертву бабы ЕГЭ. Такой родился у меня образ. Ну вот, это вот одна сторона дела. Потом, вот о чем говорит Иван Иванович, мне кажется, я хочу его поддержать. У нас во многих отношениях действуют какие-то стандарты или отрыжка какая-то, привычка. Знаете, как были раньше в библиотеках спецхраны.
То есть вот сидит в библиотеке на спецхране и никому ничего не выдает, потому что ему это нельзя выдавать. Вот эта вот психология до сих пор и осталась. Он на самом деле искал величайшие ценности культурные в тех же библиотеках. Допустим, вот я просто по роду деятельности этим занимаюсь, рукописи древнерусские. Почти во всех странах они уже выложены в интернете. У нас почему-то добиться того, чтобы рукопись посмотреть... А они у нас оцифрованы вообще? Очень мало оцифрованы, но есть... Скажем, вот бывшее собрание Троицесердия Лавры, Вильнюсская церковь добилась того, что все это собрание, оно в РГБ хранится, его оцифровали и выложили в интернете. То есть, в принципе, как собственник этого собрания, Лавра могла потребовать вообще ее вернуть туда, в Сергиев Посад. Но они этого не сделали. Но они поставили такое условие, что, значит, они весь этот корпус оцифровали и выложили. Но это только одно собрание. Там их около 200 собраний рукописей. В общем, есть колоссальное собрание. И все это совершенно никому не доступно. Но есть чем заниматься. Вот мы сидим как... Да, как значит, та самая собака на осенне, сам мне, а мы другим не дам. Как ты считаешь, а новояз, который родился и развивается в социальных сетях, он вредит языку или развивает язык? Или мне кажется, здесь самое важное, самое интересное. Есть такой американский исследователь, который зовут Уолтер Онг. Он такой забавный персонаж, кардинал католической церкви, тоже американский. Но он написал интересную книжку под названием «Вторая устность». Устность. Second orality, по-английски это называется. Это очень интересное исследование относительно того, каким образом элементы устной культуры возвращаются в письменную. И одна из них, конечно, это речь, вот эта манера импровизации, вот такой разговорный, использование разговорного стиля в электронных медиа. Это на самом деле, я считаю, один из сейчас основных таких интересных динамических процессов развития языка, в котором, как тоже в плавильном котле, какие-то возникают новые интересные формы, новые конструкции. Дело в том, что я придерживаюсь такой теории, что для того, чтобы язык развивался, должна быть лаборатория. Я не сторонник французской академической модели, когда мы обязательно должны, значит, гвоздями сейчас здесь мы прибьем наш язык. Вот это вы уважаете, вы пишете вот эти три буквы, никогда их не произносите. Или флорентийской модели, да. Да, ну то есть вот это все мне французское, я очень люблю французов, но вот это мне не близко. Мне нравится, когда то близко к тому, как слышится, так и пишется и так далее. Вот, и мне нравится, когда у языка есть лаборатория, где есть живые смыслы и где какие-то новые возникают конструкции. Потому что на самом деле огромная часть той коммуникации, которая происходит между нами... Кстати, ваши студенты, они же так и говорят, как слышат, так и пишут. Я фонданно хочу добавить к этому, что я отчасти согласен с этим. Действительно, должна быть такая площадка, лаборатория, где рождаются новые смыслы, новые образы, новые метафоры. И она должна быть максимально космополитичной тоже. Но наслаждение всем этим можно получить только тогда, когда есть некий культурный фон. Когда есть эта самая классика. Если ты не знаешь классики, для тебя новый язык – это единственный язык. Это, вот это ужас, когда для человека, особенно для молодого, вот этот самый интернет-новый язык, этот олбанский язык – это единственный язык. Вот это одна из углов русского языка. Но если есть классическая традиция, и человек воспринимает вот эти новообразования на фоне традиции, то он ими пользуется некой дистанцией, некоторой иронией. Вы все понимаете, что у детей сейчас огромный контакт с электронными устройствами. Если бы государство могло просто сделать доступными, или компании в рамках своих маркетинг-стратегий, все что угодно, просто это больше побольше, сделать доступным максимальное количество для детей хорошей литературы, аудиокниг Пушкина, бог знает что. Просто мы могли бы людям, понимаешь, создать культуру речи. Культура речи возникает из того, что ты находишься в контакте с шедеврами, то есть с произведениями, где автор с хорошим языковым чувством правильно строит конструкцию и дает тебе почувствовать это ощущение. Это же как искусство, пользование языком. Правильно? Конечно. Для этого нужно обязательно, чтобы у тебя был... Ты сам знаешь, чтобы писать, ты должен читать. Абсолютно так. Если ты не читаешь, ты не можешь написать ничего. Нет, конечно. Понимаешь? Если ты читаешь только Твиттер, ты точно ничего не можешь написать. И это правда. И сейчас как бы нам нужно создать просто понимание, и мне кажется, мы к этому на самом деле довольно близки, что в наших интересах максимально делать доступ людям к знаниям и культуре. Потому что это формирует на самом деле... Богатое общество. Общество богатое или бедное, я абсолютно настаиваю, не в цифрах. Общество богатое или бедное в смыслах. Потому что людям очень важно, чтобы было ради чего жить и за что умирать. Абсолютно. Если ты этого не даешь, какая разница, сколько у тебя денег? Павел, а что вы думаете о новоязе? Ну, совершенно спокойно к нему отношусь. Думаю, то, что как бы это как ну, такая пена языка. Язык же живая вещь. Это там река или, там, допустим, море. Там что-то сойдет, что-то останется. Я думаю, что гораздо более важная сейчас вещь – это вложение в наше историческое наследие. Если мы хотим
собрать, дать нашему языку новую жизнь, да? Потому что там лежат, на самом деле, бездны энергии для возрождения нашего языка, для возрождения нашей культуры. Можно о чем угодно рассказать понятным русским языком и вызнать, вытащить просто вот эти бездны энергии для, как бы, для реанимации нашей культуры. Почему китайцы снимают «Так закалялась сталь»? Потому что они чувствуют, что там бездны просто, бездны жизни, которой у них нет, у самих. Они их тащат к себе в культуру. Как раз, мне кажется, они потому и берут, что «Как закалялась сталь» — это очень похоже на то, что в Китае происходит. Совсем так. Они просто хотят воспитать своих молодых людей на каких-то положительных, привлекательных примерах. Они как раз... Они, это тоже называется прецедентный текст. Да. И по этому тексту можно строить жизнь. Да. Как это было в советское очень время. Интересно. Очень интересно. Александр Михайлович, а как вам кажется, почему государство в такой степени не озадачено, как китайцы, потому что китайцы – блестящий пример, да, с тиграми и драконами, крадущимися, которых продвигали. Почему государство так слабо озадачено продвижением русских писателей, русских кинематографистов, русской медиа туда? Ну, медиа сама себя продвинет. Ну, мне на этот вопрос трудно ответить. Я не государство, так сказать, не власть, и к власти не принадлежу. Наверное, заняты другими делами. И они продвигают нефть, газ. Это, наверное, более интересно, более выгодно. Это то, с чего мы начали. Это более востребовано. Но, и к сожалению, или к счастью, но на самом деле действительно это база. И дело в том, что без нефти, без газа все равно нечем платить. Понимаешь, мы, к сожалению, мы потеряли в какой-то момент. Проблема в чем? Мы Советский Союз потеряли, потому что мы потеряли как раз фундамент, экономику. Понимаешь, технологии, государство, не только технологию, очень базовые вещи. Наши люди на самом деле не имели тех продуктов, товаров и вещей, которые им реально были нужны, и при этом находились под постоянной атакой рекламы. У нас даже не было шансов в этом мире. Потому что и сейчас, больше, если мы будем слишком идеологически жесткие, мы опять создадим государственную систему или машину, которая заставит нас потратиться, понимаешь, на большой выхлоп. И в итоге мы, как бы, наше общество пережмем. И мы опять потеряем тогда. А как ты Поэтому думаешь, нефть и газ – это не так плохо. А как ты думаешь, потеря позиции русского языка за границей – это угроза национальной небезопасности, идентичности, что ли? Ну, я не хотел бы в таких терминах просто это обсуждать. Можно я по-другому предложу? Пожалуйста. Например, это потрясающая возможность для расширения сферы влияния в продвижении российских интересов и, на самом деле, занятия позиции высокой, знаешь, моральной силы в мире. А я думаю, что это то, что очень привлекательно сейчас. Ну, например, по истории с Сирией, вот по этой статье там, в «Нью-Йорк Таймс» и другие вещи. Знаешь, есть иногда ситуации, когда Россия действительно хорошо и красиво выглядит на международной арене. В принципе, я считаю, что мы могли бы выглядеть еще лучше, если бы мы отдали советскую культуру нашим братьям по СССР. То есть это то, о чем вы говорили, продукты-упаковка. Продукты-упаковка. А что, Павел, как по-вашему? Нет, я протестую против. Причастность. На самом деле, действительно, давлеют очень капиталистические смыслы. Почему не продвигают наши власти, что бы то ни было живое? Да, потому что они либо чиновники-капиталисты, которые там просто торговцы нашим сырьем, либо пиарщики. А пиарщики... это плохие. Нет, пиарщики – это люди, которые хотят в сферу культуры привнести бизнес-смыслы и мыслят культуру, и мы через бизнес. Ну, это просто другой язык и другой ментальный язык. Вот там Модест Колеров был, наш известный пиарщик, был одним из руководителей нашей внешней политики в странах СНГ. Умыслил пиаровскими компаниями, а так нельзя. Вот русский, даже имперский какой-то чиновник, он привык мыслить на другом языке и пытаться понять эти народы, пытаться с ними находить какое-то невербальное общение. Сейчас у нас министр культуры тоже, к сожалению, пиарщик, он мыслит пиаровскими схемами. Вот когда мы прекратим мыслить культуру как бизнес, тогда культура у нас оживет и будет жить своей жизнью. Не надо марать раньше пиар. Коммунисты давили пиар на культуру, сейчас капиталисты давят. Но пиар – это средство, это инструмент, а не сама культура. Есть две школы пиар. Есть школа Бернейса, есть школа Ivy Lee. Бернейс – это был племянник Фрейда. Он заставил женщин курить. Он придумал банановые республики и так далее. Вот это то, что вы имеете в виду под пиар. А был Ivy Lee, который придумал пресс-релиз, который сделал Рокфеллера человеком хорошим. Но это все равно инструменты, это не культура. Но это инструменты, которые по-разному используются. Но как подавать культуру? Сталинград – это тоже инструмент. Управление репутацией, предоставление доступа к вашим культурным ценностям – тоже пиар.